Привет, с вами Вилсаком, я на MBC 2015 в Барселоне, рассказываю о всем самом интересном. Сейчас мне на глаза попалась вот такая маленькая штучка, которая называется Huawei CarFi. И уже из названия, наверное, понятно, что она умеет. Давайте расскажу поподробнее. Поехали. Участвуйте в конкурсе MBC 2015 от Вилсаком и Apple Jesus и выигрывайте MacBook Air. Все правила в описании к этому ролику. Здесь у нас такая импровизированная автомобильная консоль, а эта штука объединяет в себе два самых желанных гаджета в машине. Во-первых, это зарядка, которая вставляется в прикуриватель, так называемый, да, сейчас это многофункциональный порт фактически, и на выходе дает 1 ампер. Не очень много, но зарядить телефон достаточно. Но самое классное то, что это еще и LTE модем категория 4, достаточно, наверное, для городских условий. Сюда вставляется сим-карта, вся эта конструкция достаточно аккуратно будет выглядеть в прикуривателе и заряжает ваше устройство, пока вы едете. Мне просто понравилось, что китайцы, может быть, кто-то еще делал, но я впервые увидел, объединили действительно важные функции в достаточно аккуратном гаджете. Цены пока нету, и когда появятся рынки, неизвестно, но несмотря на дизайн такой с китайским шиком, мне эта штучка понравилась. Вполне себе достойно. Напишите в комментариях, считаете ли вы, что подобные вещи имеют право на существование раз, и нужно ли развивать это направление два. А с вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в наш группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм. До новых встреч. Пока.